а еже благословите знамение сие воинское благословением своим небесным, страшно же ужасно всем врагам нашим сие сотворите, Господу помолимся. Через Белгород в Донецкую Народную Республику. Гуманитарная миссия казачьей общины Сестрорецка продолжает свою работу. На этот раз воинам посылается поддержка морального характера. Сегодня для участников конвоя памяти императора Николая II, кто работает в составе специальной военной операции, были освящены боевые знамена, воинские хоругви, штандарты для передачи участникам боевых действий. Благословляется, освящается знамение сие воинское в крепости, утверждение к институту воинства, победы на все враги, окропление воды сие священные. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Конвой памяти императора Николая II был образован казачьей общиной при Сестрорецком приходе храма Тихвинской иконы Божией Матери в 2011 году. На сегодняшний день конвой имеет 16 подразделений почти во всех регионах России. Конвойцы из 6 подразделений по контракту участвуют в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик. Это православные люди, почитающие последнего российского императора. Они обратились к духовнику конвоя, настоятелю Сестрорецкой церкви. Попросили, чтобы мы передали им наше воинское знание, хоругвь, конвой памяти государя императора Николая II. И мы изготовили 10 штандартов, которые участники спецоперации, конвойцы, хотят размещать на боевой бронетехнике. Это штандарт, это преемник того штандарта, который на праздновании столетия конвоя, собственного императорского величества конвоя, государь император Николай II подарил своим конвойцам. Мы по образу и подобию изготовили стандарт. Знамение с образом святых мучеников царя Николая и царевича Алексея, оно очень важно в эти дни и в этой ситуации, потому что мы вспоминаем в связи с ними о могуществе Российской империи, в которую входила Триединая Русь, это и Великая Русь, Малая Русь и Белая Русь, да, Малороссия, Украина. Все было под домофором великого белого царя. Пожелаем удачи в борьбе с украинской бандеровской нечистью нашим казакам, нашим военным, нашим ополченцам. Мы ведем правое дело, победа будет за нами. Из Сестрорецка в Белгородскую область освященные штандарты лично доставил первый вахмистр Санкт-Петербургского конвоя Илья Пивник и иерей Илья Верещагин. Встретил их там старший урядник Белгородского отдела конвоя Федор Савченко. К сегодняшнему дню штандарты уже доставлены по месту назначения и имеется небольшое видео передачи воинских хоругвий. От отца Гавриила, от конвоя памяти святого царя страстотерпца Николая II передаем этот штандарт, освященный в Сестрорецке, в храме Тихвинской иконы Божией Матери, на фронт для борьбы со всем злом, которое там накопилось.